началось. Значит, для того, чтобы обеззаразить свой гаджет и обезопасить его от пресловутого коронавируса, берем обычную вот такую вот спиртовую салфетку, либо же обычную целлюлозную салфетку, смачиваем ее спиртом, ну и проходимся полностью по своему телефону. Делаем это хотя бы раз в сутки, а лучше два раза. Вот. Для того, чтобы обезопасить в плане внутренних разъемов, можно купить себе вот такую штуку, магнитный кабель, и уже вовнутрь лазить не нужно будет. Систематически пришел, подкинулся к кабелю, идет зарядка, синхронизация, все что угодно с компьютером. Новая у нас идет салфеточка, дезинфицируем чехол внутри и снаружи, проходимся, спирт быстро улетучивается. И поэтому как бы все будет чисто и хорошо. Заодно обработали хорошо камеру. После того, как обработал спиртовой, камеру можно протереть обычной салфеткой для оптики. И все. Олеофобку восстанавливать смысла нет, потому что несколько раз в день, ну хотя бы два раза в день нужно протирать. Поэтому просто полирнем сверху, убираем разводы, и все, можно смело пользоваться дальше телефоном. Ну, соответственно, если будут беспроводные наушники, это в корне облегчит ваши старания. По поводу того, что не всегда нужно будет брать телефон, а можно будет ответить, щелкнув по гарнитуре. Там AirPods это будут, либо какие-то другие наушники. Это уже совсем другая история. У кого что есть. И все. Чем чаще мы будем делать дезинфекцию нашим гаджетам и наушникам тоже, тем меньше вероятность того, что какой-то вирус проникнет в нас. В общем, как-то так. Всем, кому было интересно, дезинфицируйте гаджеты, руки дезинфекторами разными, салфетками спиртовыми, либо же влажными салфетками антибактериальным свойством, чтобы они обладали. Потому что на нашей технике, которую мы носим в карманах, которую мы разблокируем где-то в метро, либо в транспорте, везде есть вероятность того, что на ней будет скапливаться большое количество микробов, бактерий и вирусов. В общем, как-то так. Всем пока.